Всем привет! Вы на канале Полина Твин. И сегодня мы встали пораньше, хотя не так рано, как я думала. Где-то часов 10, без 10, без 20. И сейчас уже позавтракали все, иду чистить зубы. Потом я буду писать книжку в читательский дневник, еще одну, хотя я не знаю зачем, если у нас учительница поменялась все равно. И затем буду учить английский. Да, осталось 3 дня. Я до сих пор не выучила. Ужас какой. Я вам все покажу, все расскажу. Пока сейчас буду чистить зуб. Там на улице орут Никитос с Машей, соседи. Я написала, я в шоке, что я почти все запомнила. Ну, 1,5 странички получилось, думаю, нормально. И сейчас я буду учить английский. Взяла перекусить банан, правда, весь уже съела. И я разделила на 3 части все неправильные глаголы. Мне еще нужно будет выучить фразовые. Вот что вспомнила. Первая часть я буду сейчас учить. Я стерла все свои предыдущие обозначения, потому что я что-то их не понимаю особо. Я написала поровне, чтобы удобно было учить. На завтра буду учить вот эту часть. И на 3-й день вот это самое маленькое, потому что я буду повторять все вот эти. И заодно, я думаю, буду начинать учить фразовые. Фразовых поменьше, поэтому быстрее, я думаю, выучу. Ням-ням-ням. Начинаю учить. Ну что, я выучила первую часть, проверила себя. Здесь одна ошибка, я перепутала просто буквы. Очень прям глупая ошибка, просто не заметила. А здесь перевод. Я еще подумала насчет перевода, если у нас будет разброс. Еще вот перевод написала. Одно тоже неправильно. Не разрешать, а прощать. Сейчас пойду, может быть, мама у меня проверит. Надеюсь, что проверит меня. Выложила в сторис в аккаунт Инстаграм свои ноготочки. Ноготочки, фокус, ладно, ладно. И уже грею борщик, потому что время... О, 2 часа уже, оказывается. Ничего себе, как быстро время летит. Сварила вот нам Саши борщик. Ну ладно, ладно, это вообще грею какой-то готовый уже борщ. Очень вкусный, постоянно покупаем. На обед взял, погрел, все. Сейчас, конечно, трудновато, потому что нужно греть все без микроволновки. Кто не знает, мы ее с Сашей и Сариной, когда грели 2-й раз попкорн, сломали. Да. И поэтому приходится греть вот так, в ковшечке. Ну, не знаю. Сейчас будем кушать. Приятного аппетита. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Саня. Сейчас опять прольешь. Борщик. А у мамы перекус. У меня тут небольшой перекус. Саня мне купил вот такой вот йогурт. Себе он купил, не помню марку, но с шариками. С такими хрустящими. А мне вот такой. Мой сникерс еще остался, то, что когда к нам приезжала Арина, Полина, Маруся, Лена, Юля. Сухарики вот эти. И компотик мамы, который сварила. У меня теплый. Саша, да, теплый, потому что мама ему сейчас налила, а мой сейчас ствол стоял. Так, влог смонтирован. Я обещала, что избавлюсь от привычки смеяться постоянно, но понимаю, что это неизбежно. Поэтому сейчас буду делать обложку. Да, из-за того, что эта привычка неизбежна, я буду делать обложку. Классно. И все, и выгружать видео, от времени уже 6 часов почти. Где? Во, время почти 6 часов. Надо бы уже выложить видео. Я, короче, сижу, делаю обложку для видео. Саша такой: Полина, что было бы, если бы у людей не было бровей? Я решила из той же фотографии, с которой я делаю обложку, показать Саше, что будет. Я сама в шоке, мама такая: о, боже, что? О, боже, что это? Ну, короче, вот. Да. Теперь точно видно, что лоб занимает 1/3 всего лица. Да, выглядит, конечно, не очень. Представьте, если бы я была вот такой. Страшные. Очень долго только фокусируется, когда так приближаешь. Короче, я помогла маме снять видео.
Она показала нашу кухню наконец-таки, хотя в моих влогах уже 100 раз вы ее видели и на фотографиях. Но все равно полный обзор можете посмотреть у мамы на канале. Если видео выйдет к тому моменту, как я выложу этот влог, то я прикреплю ссылочку внизу. Если нет, то в следующем видео. Поэтому на меня тоже подписывайтесь. И да, что-то хочется кушать. Может, чем перекусим? Поужинаем, может? Папа на родительском собрании пишет: цветы учителю не надо, у нее аллергия. Ой, как повезло-то, Саня. Конфеты, значит, шоколадные, да? Там сидит солнышко красивое такое вечернее. Вот так. И что, Саня, кстати, у меня все разукрашивал на мамином компьютере раскраски, только он что-то там сломал, у него не раскрашивал. Все голубое теперь. Ну что, Саня, закрывай компьютер. Я не могу нигде. Закрывай компьютер, нет, все. Помоги мне. Хочу. А я сейчас выложу предыдущий влог, пора бы уже. И давай поужинаем, мам. Давай. Ура! У тебя сейчас пожарим котлетки и с пюрешечкой. И салатиком. Привет! А, курочка, точно. Ну что, снова, ну что? Шарлотка. Я сделала ее, забыла добавить корицу, можно было добавить ее, посыпала сверху, будет снизу. Духовка, по-моему, еще не нагрелась. Не, она не нагрелась. И мама нам уже накладывает ужинать. Кот, здрасте. Пюре, курочка и салатик, это руккола, да? Mm-hmm. Руккола с авокадо и с помидорками. Всем приятного аппетита, смотрите, кот слюни. Я сейчас выложу в ВК, в Инстаграм опросы с фотографиями, какую мне поставить на аватарку, осеннюю аватарку сделать. Шарлотка там дома приготовилась, остывает до сих пор. Какой тепленький воздух. На улице 16 градусов, что-то холодно даже здесь. Надо закрыть себе окно тоже. И сейчас пойдем думать, что будем надевать завтра. Мы завтра поедем в Москву. Не скажу куда, посмотрите следующий влог. А, да. Она там будет выложить завтра утром прям. Смонтируешь сегодня? Переходите в ВК, в Инстаграм, голосуйте, пока еще не закончилось время голосования. И помогайте мне выбрать аватарку. Я хочу кусочек шарлотки, хочу кусочек. Еще неизвестно, какая бабка есть. Красавчик. Я выложила сейчас в сторис рецепт шарлотки. Я разрезаю. Поэтому кто не успел увидеть его, тот опоздал. Получается такая вот... Саня. А, ну да, кстати. Так что вам сходите. Папа ест пирожечку с курочкой с салатиком. Давай, ты режь. Господи, а мы с вашим молочком еще налились. Ну, мама компотик, папа компотик. С ливнями 2 часа исходим. Приятного аппетита, папа, кстати. Спасибо, любимая Тамара. Что там болтаешь? Вот. Ароматненько. Брики-батики. Мы поели, мы наели. Завтра рано вставать, поэтому можем заспать. Нужно поставить гироскутер на зарядку, обсал с собой возьмем. Ой, еще возьмем с собой самокаты. И... поедем в Москву, надо еще приготовить, что мы наденем, и все. И спать точно. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до завтра.